Игровой ноутбук MSI GT72. Реальные отзывы пользователей. В этом видео я расскажу вам несколько полезных отзывов от разных пользователей данного аппарата. Хотите первыми услышать новые отзывы о других моделях? Подписывайтесь на канал «Увлекательно и полезно». Отзыв первый. Фантастически мощный и быстрый игровой ноутбук. Сочетает в себе все необходимые аппаратные характеристики для комфортного игрового процесса. Впечатление от использования каждый раз, как впервые. Погружение в игру 100%. Работает отлично. Установленная на SSD Winchester винда грузится очень быстро. То же самое относится и к играм. Шумновата система охлаждения, которая в достаточно требовательных и высокодинамических играх дает о себе знать. Но при таких мощностях этого следовало ожидать. Лагов, тормозов и зависаний со стороны железа за все время полета не замечено. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 980M легко справляется со своими задачами и обеспечивает качественную прорисовку картинки и стабильно высокий FPS в играх при максимальных настройках графики. Мощный 4-ядерный процессор Core i7 с частотой 2600 МГц плюс 16 ГБ оперативной памяти – это весомый аргумент в пользу этому ноутбуку. Производительность соответствует заявленным характеристикам и с лихвой оправдывает возложенные на него ожидания. Экран матовый, размером 17,3 дюйма. Цвета насыщенные, но картинка чуть менее сочная, чем на зеркальных экранах. Зато нет бликов от солнца и лампочек. Клавиатура удобная и ощутимо мягкая на нажатие. Есть возможность подсветки разных цветов. И дизайн у ноутбука вызывающий, заставляет обратить на себя внимание. Помимо игр, я использую ноутбук и для работы. Занимаюсь проектированием в среде AutoCAD и 3D моделированием. Поэтому производительность и качество графики для меня крайне важны. Работает как часы. Цена у ноутбука, конечно, высока, но учитывая курс доллара и долгосрочную перспективу актуальности технических характеристик, вполне соответствующая. Достоинства. Стильный внешний вид. Мощные на данный момент характеристики, которые будут оставаться актуальными еще пару лет, так это точно. Возможность дальнейшего апгрейда. HDD плюс SSD. Размер. Отличный звук. Топовые игры на максимальных настройках. Это легко. Недостатки. Шумная система охлаждения. Сильно греется. Батарея разряжается довольно-таки быстро. На этом больше недостатков нет. Отзыв второй. Данный аппарат – одно из самых интересных, но и дорогих решений в линейке MSI. Одна из топовых версий в серии GT. Модель привлекла в первую очередь интересными фишками, на которые хотелось бы сразу обратить внимание. Машинка поддерживает технологию NVIDIA J-Science, которая с отличным дисплеем IPS матовой данного ноутбука дает первоклассное ощущение и погружение в игру. Вторая особенность, которая не менее важна, это Super RAID 4, который по скромным тестам выдал ориентировочно 2,7 ГБ в секунду на чтение и 1 ГБ в секунду на запись. Считаю, такие показатели заинтересуют многих, особенно тех, кто не привык ждать прогрузки следующей локации. Ну и в заключение не могу упомянуть про звук, который бесподобен. За что спасибо железу VideoCAP Hi-Fi класса. S-Saber. Кристальный звук. Отличное позиционирование с хорошими наушниками, что может быть приятнее в играх, где требуется внимательно слушать, что происходит. Из плюсов, кроме сказанных выше, нельзя не вспомнить приятную клавиатуру, дополнительные аппаратные кнопки выбора видеокарты и превентивной раскрутки системы охлаждения на 100%. Система охлаждения. 6 тепловых трубок и 2 вентилятора. Сделаны явно с запасом, что очень радует. Поэтому часто можно использовать более щадящий режим. Отзыв 3. Первое. Дизайн. Линейка игровых ноутбуков MSI всегда отличалась своим брутальным и по-хищному дерзким дизайном, чем собственно и привлекла мое внимание. Качественный материал корпуса, точная сборка, гладкие грани. Второе. Процессор. Сердце ноутбука представлено мощным 4-ядерным процессором 6-го поколения Intel Core i7
2700 МГц. Он имеет разблокированный множитель для разгона, благодаря чему каждое его ядро может автоматически разгоняться до частоты 3600. Возможностей процессора с лихвой хватает для выполнения различного рода задач любой сложности. Третье. Оперативная память. Ноутбук оснащен оперативной памятью 32 ГБ. Память DDR4 славится повышенным значением частотных характеристик, производительности, а также более низким напряжением питания. Ноутбук обладает ресурсами для обеспечения требований любой современной игры. Благодаря этому скорость работы становится не просто комфортной, а поистине феноменальной. Четвертое. Видеокарта. NVIDIA GeForce GTX 980M оснащена поддержкой DirectX 11, дает полное право отнести данный ноутбук в число высокопроизводительных. Ноутбук получил возможность подняться на новый уровень и максимально до 80% приблизиться по мощности к уровню настольных компьютеров. Объем видеопамяти 4 ГБ. Видеокарта позволяет играть на максимальных настройках графики при разрешении Full HD и выше. Высокая скорость обработки видеоданных обеспечивает картинку потрясающего качества, идеальную прорисовку и плавную смену кадров без рывков. Пятое. Дисплей. Настоящее 17,3 дюйма удовольствие. Представлено сие удовольствие IPS LED матрицей, которая действительно радует глаза многообразием живых и насыщенных красок. Именно живых, то есть максимально приближенных к реальности. Поддерживаемое разрешение 3840 на 2160 Ultra HD или 4K. Четкая, контрастная и насыщенная картинка с широким углом обзора, естественно глубокой цветопередачей и идеальной прорисовкой. Реально мощный и крутой ноутбук. На этом все. С вами был канал Увлекательно и Полезно. Спасибо за внимание и за просмотр видео до конца. Понравилось видео? Делайте лайки и делитесь с друзьями. Пишите комменты. И не забудьте подписаться на этот канал. Ссылочки для покупки смотрите под видео.